الرجيم مالك يوم الدين. С молитвой открылась новая мечеть. Дуслык, он же Дружба или Зона Д. Окраинный район. Ближайшее культовое учреждение расположено в центре. Добираться до него многим сложно. В частном секторе проживают десятки пенсионеров. Главная цель деятельности мечети – служение народу, воспитание, обучение молодежи. Теперь почти в центре, но уже микрорайона, стоит новая мечеть. А 3 года назад стройка была на грани сначала заморозки, а то и вовсе отмены. Тогда выполненные работы шли на пересчет и добавлялись по капле в море. Стены поднять — это 1/3 работы. А если мы крышу поднимем и окна поставим, дверь закроем, это считаем уже 50%. Остается у нас в основном внутренняя отделка. Сделать лестницы и залить полы. Идея построить свою мечеть для всех страждущих микрорайона появилась у местных активистов в 2014 году. К 2020-му активисты смогли собрать 4 миллиона рублей. Это если не считать помощи стройматериалами и рабочими руками. Местные жители не просто так прозвали стройку народной. Помогал каждый, кто чем мог. В списках жертвователей были не только мусульмане. Деревом помог предприниматель из Мариэл, кирпич доставили из Старого Оскола. Благодаря Аллаху сегодня мы собрались на таком важном и радостном событии. Открылась мечеть Дуслык. Теперь у прихожан есть не только 2 молельных зала, но и небольшой класс медресе. Всего же помещение рассчитано на 150 прихожан. Тимур Туманов, Антон Николаев, новости Юго-Востока.